И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусь, Санек, Флавик, Профит, Серега и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Ассалам алейкум, братья. Всем здравствуйте. Ребята, всем нравится рубрика, когда мы убегаем от толпы некс-ботов. Это пак называется мемы. Если тебе кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, эта серия будет очень жесткая. Кстати, на этой карте мы подкрутили немножко гравитацию, чтобы мы более лучше убегали и даже немножечко летали. Первый пошел у нас Амогус. Кстати, звук такой сделан, как будто он пополам бежит. Это искусственный интеллект. А теперь я включил. О, Серега, ты знаешь, что тебя в этом ролике ждет? Ты ж не записывал с нами мемы. Так я Nexbot, я знаю Nexbot. О, тут, а тут есть прям жесткие вообще. Да я знаю. Давай умирай сразу, пожалуйста. Не-не-не, а ты не, два постепенно. Он на этого Балди поставил. Кстати, он за мной почему-то бежит. Вот это жесть. Ай, молодец. Ай, молодец. А давайте еще поставим. О, у нас есть такой аух какой-то. Прикольно. Вот это жесть. Нет, это не Абунга, кстати. Сейчас Абунгу. О, давайте Абунгу реально поставим. Так, у нас где-то Абунга вот здесь. Вот сейчас мы найдем. Здесь очень много их, просто нереально. А вот. О, давайте Фредди еще лупанем. Фредди пошел. Да. Так, а где же. Подождите, Абунга. Вот Абунга. И Абунга. Дима, мне страшно. Мишка не бойся. Бежит. А, он не сильно мочит. Одного раза. А, Даси? Не знал, Дима. А, ты мне тайну рассказал. Еще давайте ставим. Давайте еще поставим каких-то стрёмных. Еще во. Больше. Амбуш. И еще. Ой-ой-ой-ой, рядом. А они все за мной бегут. Я хочу, чтобы они тебя убили. Ты же, Серега, еще ни разу не умер от них. Нет, пока что нет. Но я сейчас сдохну. Дурак, что ли? Ага, почему? Это ты был? Это не ты был. Вот, стоять! Стоять! Мочите его! Все, есть, замочили. О, Фредди, кстати, очень классные звуки сдает. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Так, я думаю, что это слабо. О, кстати, вот это вообще читерский код. Серега, от этого кота, конечно, вообще никто не убежит никогда. Ого! Он к нам идет? Нет, он к нам не идет. Дима, это срака, он быстрый очень. О, он к нам залез. А мы тут стоим, выживаем спокойно, никто нас не трогает. Че, больше мне не будешь под трачники профит бить? Эй, Серега! Я перейду. Ай, да блин! И звук такой стрёмный. Это жизнь. Я специально подманил его. Ты отвлек его. Не, чтобы он к вам пошел. А, хорошо, Серега, уговорил. А блин, ты вовремя прыгнул, я тебя поставил NPC. Вот это жесть. Что делать? Да не, а что делать? Перейдите бегать, умеешь? Он сзади. Вот этот бегает, блин, своей этой штукой бьет, указкой по руке. Прощайте! Не прощайте. Отлично. Что так подлагивает? А подлагивает? А, это из-за кота. Давайте кота удалим, потому что кот какой-то реально читерский. Да-да, это кот, он очень нагружает систему. Так. Балди ходит. Ай, блин! Я с ним прям поцеловался. Поцелуй смерти называется. Да, ты же был с кем, Балди. Так, а, кстати, да, надо было брать братушку своему, он мне не убивал тогда. О, давайте еще поставим Unknowing Dog. Ой, какие-то пердежи, разные звуки такие прикольные. Это жесть. Ух ты! Да откуда ты взялся? Мишка, Фредди тебя нахуй. Ой, Серега умер, отлично. Спанч Боба. У нас есть Спанч Боб тут? Да. А я не вижу его, сейчас найдем. Вижу. Поставлю такой звук обдрещания, как будто кто-то обдрестался. Не, не убежал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это жестик. Поехали. Я не боюсь никого. Я на деревья посижу. О, так они меня не убьют. Парни за мной, тут вообще жесть. Так, давайте еще добавим. Давайте Соника добавим. Соника, давай. Это не Соник, это Саник, Дима. Это Саник? От слова Саки? Саня. Это жесть. Это, кстати, не простой Саник. Это знаешь, какой Саник? Это Саник.exe. Да блин. Так, я тогда иду в здание. О, хорошо, что сзади никого нету. Ай! Ты что? Да ну, а как ты хотел? Они просто видят, кто самый сильный игрок, затем бегают. Да нет, а слушай, дают нам шанс.
Так, давайте еще ставить. А кого еще поставить? О, Серега, ставлю твоего любимчика. Дима, а там, а поставь? Санис, не Санс, а Санис. Давай Мистер Биста. О, давай Мистер Биста, вот, поехали. Так, пошел. О, все, а я не сдохну. Вот Дим, смотри, я... трэш. Дим, смотри, я до тебя сейчас долечу. Это точно Мистер Бист? Давай. Это его копия. Дима, так, лови меня. А где ты? Я тебя не вижу. Я сверху. А как ты долетел туда? Через... А, с базукой? Базукой. А, да, я понял, да, базукой можно. Так, и ставим джо. Еще. Так, о, давайте доги еще поставим. Доги полетело. Так, я попробую на вышку запрыгнуть. Опа! Я уже выживший теперь, да. Отлично, отлично. Серега, я на вышке посередине, на желтой. Вот это же, если они орут все. Какой-то трэш. О, а как ты налить? Тоже допрыгнул легко? Да. Как вам эти звуки разные? Я не слышу почти. Я даже ничего не слышу. Полетел я, прощайте. От этого жесткой вакханали, надо текать. Так, ура, наконец-то немножечко смылись. Еще вообще они до нас бы все равно добрались. Так, а кто что, а патроны кто-то себе выдал? Так, мне кажется, это слава, надо еще добавить. А можно я в уголке посижу, Дима? Ну да, сиди. Спасибо. О! Говорю, о, тут их столько. О, давайте поставим фугиры, как похоже на стреноголового, что ли. Отвали, смотрите, сейчас. Так, еще да. Ай, блин! Я его испугался, он такой стрёмный. И когда убивают, такие звуки издают. Так, доги. За мной? Нет! Мимо, все а прошли. А ты где, Дима, я тебя убью. Не надо меня убивать, ты чего? Знаете, еще скажите спасибо, что они не телепортируются. Ай! Как обунги. Обунги вообще ты пэхаются. А вдруг? Ой, да, звук такой стрёмный. Так, а где Серега? Я Серегу не вижу. А он на вышке. Ой, тут стоит. На вышке? А где на вышке? Не вижу его. Серега на красный. Ай! Ой, извиняюсь. Не везде. А, вижу. А прикиньте, было бы страшно, если бы Балди тэпался. Вот именно. Вот Серега он вовремя ушел, я на него поставил NPC. Офигте. Это жесть! Я уже штук 20 поставил. Это даже больше поставил. Это даже больше, да. И всех разных. О, кстати, Абонга телепортирует. Смотри, как он появился. Ай-яй-яй, аниматроник убил меня. Меня Абонга убил. Да? Да, потому что он телепортируется ко мне. А хватит орать. Все телепортируют. Зуки нет. Ох, Серега, ты сальтухи крутишь. А говорил, сальтухи не умеешь крутить. Да. А кто орёт так? Так, давайте еще поставим. Сейчас. Это жесть. Это... О! PewDiePie! Погнали. А что ж вы орёте так? Прыжочек. Не хочешь плохих томов? Кого-кого? Не хочешь плохих томов? А ну давай, Серега, можешь ставить. Нет, это фраза Санес. А, плохих. А, я понял. Это за PewDiePie ты сейчас говоришь? Нет, Санес. А, Санес. Понял. Санес. Вот тут он Санес. Санес. Это персонаж сеньора Пелла. Так, я тоже буду, где Серега, ходить. Ай! Я на вышке. Так, тихонечко ходил себе. А где ты на вышке? Я бегаю. Вижу, Серега, где ты. Эй, блин! PewDiePie убил меня. А ну блин, этот... А не бойся, не бойся. А он кидок, все. О, гусь с базукой, пойдет, все четко. Да. Так, вижу Серегу, сейчас мы ему сделаем заподлянку небольшую. Офигеть, я буду бегать. Ты будешь бегать? Да. Ой, Дима, прям под тобой. Да? Дим, бери тоже базуку и летай. Не-не-не-не, я лучше вот так вот. Вот тут они меня, кстати, не достанут. А все, я выживший теперь. Ой-ой-ой, забираю свои слова назад, достают везде меня просто. Дима, а ты тащильщик получается, да? Ну да. А чё я тащильщик? Дима уже смешарик. А кто в то здание не забоится зайти? Я пойду зайду туда. Я. Тут они орут там все, ребята. Они там на кого-то сами. Ого! Ай, зараза! Еще один в здание зашел, они все в здании. А что он орёт? Заколебал. Они, получается, кто-то на крыше стоит, они хотят его убить за одним все.
Ну, давайте попробуем с помощью базуки тоже к ним подлететь. Они выбежали на улицу. О, Саки вышел. PewDiePie меня опять убил. Саки вышел. Я мистер Бист убил. Ага, а я PewDiePie. Вот это движуха. О, я сдох. Красиво летит. Так, добавляем еще. Добавляем, а кого мы еще добавим? О, вот, я нашел. Погнали. Че, еще добавлять, пацаны, или нет? Давайте добавляем еще. В Роблоксе, кстати, есть такой режим на эту тематику. Ум, Роблоксера добавил. Так. Дима, что там за бабка в Это жесть просто. А, все, я не могу даже возродиться. Да не бойся. Так, Серега еще живой, я вижу, мало умирает. Серега. Получается, что у меня больше всех убийств? Да. Профит, ты должен перегнать меня. Я не должен быть самым проигранным. А, ё-моё, что они меня убивают? Да потому что жизнь такая воровская, Дима. Я понял. Вот это движ, что хотят убить. Дима, я не исключение. Чего? А что ты там по бортику бегаешь? А, я специально так делаю, хочу повыживать. Но они могут и тут достать. Смотри, толпа пошла. Вытекать. Так, давай. Стоять, куда Опа, пошел? Сюда. Не вижу Серегу. Где же Сережечка у нас? Так, я бегаю. Жак. Дима, он не бегает, я прям с ним стою. Я бегаю, врет. Ну и правильно и делает. Он хочет просто выиграть. Потому что я знаю тебя хитро задал. Я хочу так сделать. Это кто? О, футболист какой-то. Это кто у нас был? Кристиано Рональдо, да. О, присядничаешь, как и я. О, хорошо. Да не надо. Эй, сам себе поставил, я удалил. Я теперь тебе буду это ставить, как ты мне. Тебя бы найти еще. Не надо. Ну нафиг, надо валить. Долечу. Отлично, Дима, отлично. Я по смертям второе место. Да? Я уже, кстати, не на последнем месте. А, не, на последнем. Я на втором месте только. Нет, я на втором. Пошел, Спанч Боб, пошел! Блин, я вот этот звук услышал. Это, Серега, не ты его поставил мне? Нет, это был. Понял, опа, Фредди. Пошел. О, смотрите, посреди карты выживай, никого нет. А, нет, забирай свои слова назад, а Бунга за мной. А Бунга, отвали. Я сейчас умру. Давайте, Дима. Они за мной и все. Я за. Какой звук прикольный. Эй, прощайте. Да, блин, убили меня, голова вывалилась в стенку. Отлично. Я пока мишто. 32 убийства, что ж такое? Да хватит меня убивать, пацаны, вы чё? Ой, ну всё, Серега выиграл автоматически, это 100%. Так, сейчас я удалю всех и поставлю парочку очень читерских. Так, а кто-то еще поставил? Я видела Бунгу? Не? Мне показалось. Так, ребята, ставлю сейчас очень-очень мощных. Это черный кот. Он настолько быстрый, насколько это возможно. А почему у меня нету кот-кота в собаках? Это пак. 4. О, опять эти. Всё, 5 штук. Ты что, по мне стрелял? На тебе за это. Я хотел тебя напугать. Нет, а я тебя хотел убить, и это сделал. Ой. Серега! Не. Сережечка! Нет. Эти коты реально быстрые, смотри, что они делают. Это точно кот? Ну, похоже на кота, похоже, да. Энгри... Это не Дима. Энгри Манч. А, отвали! Такие звуки прикольные издают. Я вижу, никто не умирает, они ничего не убивают. А, не убивают, убивают. Профит. Так, у меня 32 убийства. О, мы с Профитом одинаково тащим. Вот это он прыгает. А! Ничего, получил. Да, ну я специально поддался, ну. Что за звуки какие-то? Ну это они издают такие звуки. А-а-а, вот это он быстрый. Это какой-то. Это вообще нереально убежать. Отлично. Вот это меня не достанет. Так. О, надо, кстати, да, с помощью базуки полететь. Экс-бот это не Димана штука. А чё? Хм.
умираешь сильно много, так же, как и я. Ну так потому что я поддаюсь. Ай-яй-яй, мне что-то больно. Да не бойся, не бойся, не больно. Я больше боюсь, мне кажется, что мне больно. А, это что, он другой уже? Тут разные коты, что ли, есть? Это Серега, похоже. Они читеры. Они спидхак включили. Вот это жесть! Так, у меня сколько, 35? А блин, я что, проигрываю в этом ролике? Да. А у нас, кстати, в этой рубрике надо больше всех умереть, тогда выиграешь. Ладно, ладно. Так, вот тут меня никто не достанет. Все, я, кстати, нашел место, меня никто не тронет. Странно, почему я вообще смотрю на этих текстботах, меня лагает, когда на улице не лагает. Да? Да ты смотри, что делается! Ай-яй-яй, не больно. Да они нереально быстрые. Вот именно. Я даже ни разу не понимаю, откуда он пришел. Дима, Банник, у них спидхак. Ой-ой-ой, красиво себя подкинул базукой. Видишь? Отлично, отлично, перелетел с половину карты. Ой. Дима, банить их на Xbox, у них эти... О, Серегу вижу. Серега, я пролетел мимо тебя. Я вижу. Опа, а че ты стоишь? Ага, стоять! Не надо, стоять! Вот, убивайте его, он на крысу стоял. Вот он, мочи, мочи его. Да ну что-то поравнять силы. А, у тебя сильно мало смертей. Ай, да ё-моё, да что ж такое, я неадекватный. Не трогай меня. Так, хорошо. Серёга. Всё. Хоть ты мало раз умер. Да, Серёга сегодня выиграть. Я не умру в туалете. А ты попробуй не выиграть. Может получится. Ну, ракету запустил. Серега, ну ты там водишь и пустил туда ракету. Мне интересно, вот эти коты, они умирают от вообще от взрывов? Нет. Они бессмертные? Нет, это экс-боты. А я же на экс-бот уже смертных поделали, я видел уже моды. Не, а их это, знаешь, что может... Нечестно. Да ну чё нечестно, я же тоже умираю вместе с вами. Я просто думал, что их всё-таки убивают ядерные взрывы, но их не убивают. Короче, будем считать, что в этом ролике я проиграл больше всех смертей. А нет, у профита 40. Есть, я не на последнем месте, я на предпоследнем. Ну, все, профит, ты проиграл в этом ролике, а первое место занял у нас Серега. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Форум, Гусанек, Заварной Кофе, Пингвинус, Кирилл Геймер, Фуфло, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем здорово. Привет. У нас сегодня очень классный ролик и отличнейшее настроение, чтобы поубегать от мемов NextBot. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Дима, а мы втроем уже на вышке. Я Пингвинус и Гусанёк. Да, вы уже там? Ой, да. Все, Санька уже нету. Нет. А, блин, собака Экс! Да я поддался, ну серьезно говорю, да, что это было бы поддаться. Есть тут намного, ребята, быстрее NextBot, но я их не ставлю, потому что нам тогда вообще будет очень сложно выживать. Так, иди вперед, расчищай путь и говори, правильно мы идем или нет. Иди, иди, не бойся. Там Амогус это. Так, очень осторожно, очень осторожно. Амогусы, наверное, к ним побежали, а не к нам, да? Ой, ой, ребята, он за мной, помогите, помогите! О, я правильно бегу, я правильно бегу. Блин, это очень страшно, что он сзади. Он сзади? Он сзади! Ёлла-малэ! Ааа, тупик, тупик! Ну, тоже я в этот раз тоже поддался. О, у нас еще, знаете, какой есть? Фредди. Дима, Дима, беги, Дима, беги. Он пошел. Че, хватит, нормально. Ты четко. Карма. Опа, кто там стоит? Кто там у нас стоит? На тебе, Фредди. Нет. А, блин, вовремя отошел. Так, ну что, я пошел опять в лабиринт выживать. Все-таки надеюсь, я смогу дойти. Мишка Фредди. Ой-ой-ой-ой-ой. А, помогите! А, да блин, они парами ходят и мочат. Да я в этот раз уже не поддавался. А, Фредди! Ё-моё! Ого, он откинул. Да жестко бьют вообще. А почему они все на спаун бегут? Ну, потому что мы здесь выживаем. Мы ж не то, что вы там закрысятничали и сидите. Отводите их от лабиринта. Они как так. Когда мы сможем пробежать хоть немного Саня. Они за мной постоянно бегут. Вы что, сговорились? Я же вас зародил. Мишка Фредди сзади, Мишка Фредди. Блин, это так стрёмно, когда они вот это вот сзади постоянно прям бегут.
Так надо выучить этот лабиринт. Я его еще, кстати, и не выучил. Тут другой лабиринт, я уже знаю. Он тяжелый. Дима, беги. Тяжелый? Да, этот лабиринт тяжелый. Там какая-то белобрысая крыса бежит. Интересно, они за мной, что ли, все бегут? Да, я вижу. Я эту белобрысую крысу вижу. Спасибо, что ты подсказал ей, где меня искать. А! Ёкала-манекала! Фух, и, блин, у меня руки аж дернулись так сильно. Чуть мышка не улетела в другую комнату. Вот это я именно испугался сильно. Дима, смотри, Фуфлик. Я тебя запомнил, Фуфлик. Я тебя знаю. Я запомнил лабиринт, я его знаю, он легкий. Где Саня? Он не сложный? Не сложный. Так, я смотрите, вот, почти... вот я иду. Потом вот тут налево, прям вдоль лабиринта идешь. А. Вот. Есть? Налево пошел. Да. Сюда, вот. Вот сюда надо вот идти, да-да-да, все правильно, я иду. Вот сюда, потом вот тут прямо. Тут легко ориентироваться. А, помогите! Ой. Помогите, помогите! Да ну блин, да ой-ой-ой-ой-ой, вот это он прям ножичком зачиркал всех. Ребята, не забываем подписываться на канал и ставить лайкосики. Не забываем, каждый лайк это плюс один к настроению. Посмотрим, сколько людям этот ролик поднял настроение. Очень интересно будет посмотреть. Так, я слышу Балди, он постоянно вот это бьет указкой по руке себе. Фредди, я тебя обману. Ай, другой Фредди! Да вы чё, сговорили что ли? Не, ну это жестко, конечно. Вот это мне нравится такое выживание. Когда Ой, его. О, фуфло, ну все. Пацаны, кто будет видеть фуфло, убивайте его сразу. А он меня еще с крыши стал. Все, мочите его. Это карма, потому что ты меня тоже скинул. Я тебя скинул? Нет, пингвинус. А ты что, перепутал меня с пингвинусом? Видимо. Нет. О, все. Он косой, походу. Вот за это, конечно, все. Это... А! Да господи, да дайте пройти! Ё-моё, я так когда-то инфаркт получу. Нам нужен план какой-то. Дима, убить фуфло? Конечно, мочите его, а чё бы и нет. Так, Дима, я уже за тебя. Ты так спрашиваешь, как будто я его вижу. Говорит, убить фуфло, да, где он? Я уже иду. В принципе, я прорвался. Ура, наконец-то я вышел оттуда. Дима, я спрятался, все. Вы меня не найдете. Найдем. Где-то Амогус бежит. Да? Опа. За другой стороны Амогус. Амогус, пацаны, ну что вы блокируете входы? Встали и стоят, вы чё? С мышки так смешно на это смотреть. Ну конечно, зато мы интересно выживаем, а вы стоите на вышке, а мы четко играем. Я только залез. Дима, ты еще не передумал насчет щитов? Нет, конечно. Я считаю, что надо играть честно. Эй, пингвинус. Пингвинус? Здорово, форум. Пингвинус. Че, он там прыгает? Допрыгивает до вас, не? Ну, чуть-чуть бот пингвина. Так, если я сейчас добегу до вышки, они меня убьют, это будет очень жестко, это будет обидно. Дима, если что, извини. Дам себя в жертву. Саня, извини. Да, это я сам. Ой-ой-ой. Блин! Беги! Там Фредди бежит за... Есть! Ну. Я живой! Дима, пока. Вот это было жестко! Да. Есть! Я лезу наверх! Дима, ты что? Ой, зависла! А не зависла. Тю, я думал, игра зависла. Так, не мешай. Ух, слава там богу. Фуфло бежит, стреляем. Мочите фуфло, где он, подскажите. Он справа, возле стенки. Амогусы очень сильно любят, кажись. Мочите его. На, понюхай гранату. Ребята, я смог добежать. Смог. Там у тебя Амогусы. А где он? Я его не вижу. Мы его убили? Нет. Да. Мы его не убили, он специально говорит да. Ну мы я вроде убили. Я не видел его убийства, да? Вот именно, он обманщик, он уже обегает. Так, надо, наверное, брать снайперку и со снайперки его мочить. Админский пистолет. Фуфло, я тебе помогу. Я тебе не верю. Все, задание выполнено. Я бежал целый час сюда, и вы меня убили? Это уга-буга. Я сейчас отомщу, Дим, не волнуйся. Дима, вот это вы зря. Ты второй раз. Ой, гусанек, блин, да ну. Я не хотел, я вижу кто-то по лестнице. Давай вместе туда будем идти, я тебя жду. Это вот то фуфло. Где фуфло? Вот это не фуфло? Убил фуфло. Я ж дернулся, Дима. Фуфлик, я тебе помогу. Все, погнали в лабиринт. Дима, у тебя должна быть суперспособность лазания по стенам.
Не, ну я не буду его в этом ролике использовать. Ну, да, да, да. Кстати, надо будет в тех роликах поиспользовать. Он всех нагнул! Ну, все, следующий ролик мы обязательно снимем что-нибудь с паутиной Человека-паука. Небольшую идею подал. Не, ну мы раньше записывали с ним, у меня много роликов есть с этим модом. О, я тень видел наверху. Все, сейчас я добегу, смотрите, вот сейчас я играю профессионально, очень четко играю. Просто не буду бежать быстро, чтобы меня за угла не успел, увидите? Дима. Ну ё-моё, тот что специально чекает там проход стоит, чтобы мы не выиграли. Вот реально, я же говорю, они там два или три единственных прохода смотрят. Ай! Начало, с самого начала. Дима, беги, я его отвожу. Давай, отводи его. Давай. Ой-ой-ой, ты пожертвовал своей жизнью заради нас. Молодчик. Дима, он за нами, Дима, он за нами. Он за нами, да? Пробегай, красиво, Дима. Красиво. Ну, кстати, он легко уходит. Кто бомбу заложил? О, кстати, это звук этот, с Counter-Strike. А, ты доложил ту бомбу, которую мы добавили этот, в коллекцию, да? Да. Я слышу Амогуса. Я тоже его слышу. Ё-моё. Дим, он за тобой, если что. Пацаны, помогите. Я вижу Диму. Помогите. Дима, я тебя спасаю. Там кто-то спас, метеоритами кидается. Иди вперёд. А! Дима. Да кто меня убил? Вы что издеваетесь? Я со всей хотел. Душой к ним, а они... Я не хотел. Я тоже сейчас не захочу тебя забанить, но случайно получится. Не, ну пацаны, я же по-доброму к вам отношусь. Вот Фредди, говно! Да ну ё-моё, ну как выиграть? Я хотел еще добавлять, да не буду я добавлять больше. Это жестоко будет вообще. Меня могут вообще смотреть. А ну, все. Дима, я убил твоего. Фредди пришел. Фредди? Я убил твоего убийцу. Понял. А кто там за... А, я в гору уперся, тю. Все, я разозлился, я беру оружие. Все, все, они тут, да, все? Да. Они, блин, еще и бессмертные, кто... Да, их невозможно убить, кстати, вообще никак. О, вижу Диму, вижу Диму. Да, я буду четко бежать без остановки, я выиграю, смотрите. А, да ну... Это мучение какое-то и страдание. Это не игра. Идемте за мной, идемте за мной, пацаны. О, Дима. Ого. Это все фуфлик. Все, кто не успел, тот опоздал. Дима, все, я здесь, ура. А теперь можно добавлять еще больше, ребята. Сейчас будет жестко, сразу говорю. А могу сюда прыгивали сюда доверху или нет? Иди. Так. Бешеный банан. Роблокса. Еще Балди. Пингвинус! Что за камикадзе? Иди, пожалуйста. Ой, фуфло, ты что взял? Я там наставил их столько много. Так, пацаны, давайте все за мной. Дима, прыгай, прыгай, Дима. Ого, а бунги еще. О, нет, 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 нет. А, я промахнулся. Пацаны, удаляйте порталы, чтобы не вылетел Гаррис Мод, он может вылететь. Бога, давай, иди. А, я промахнулся мимо лестницы. За мной вообще куча амогусов бежит. Ну что такое? Кто там? А что? Свиммен. Ой. Спасибо. Я именно обращаюсь, я все четко делаю. Нельзя убить? Никак меня не убивает. На меня. Да ты меня! Ой-ой-ой, жестко там, конечно, расправляй. Я тебе что помогу. Что там за взрыв? Ой. О, привет. Гасите его. Мы должны объединяться против NPC, они берут друг друга, мочат. Это кто? Да, это я, случайно. Так, подожди, Дима, мне надо похилиться. Давай. Опа! Я упал! Меня скинули, я за это тоже всех расфигачу, кто меня скинул. Вот так вот, вы думаете... Я тоже упал, это не я. Дима. Это форум. Нет, я сам себя что ли скинул? Молодец, ты классно догадался. Ой, они зависли, я их ставил, они позависали. Так, давайте еще ставить. Ну, давай. А Бунга пошел. Эй, Абунга, ну я ж тебя поставил, ну не убивай меня. Отца своего. Так, еще давайте, кого мы еще поставим? Дима, что-то там лагает. Ничего страшного. Потерпишь. Так, кого мы еще ставим? Роблокс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, ребята, я знаю, надо еще поставить оригинальный хабунг, который телепортируется. Дядя Дима, не надо. Ну что, ребята, вот это теперь мясо совсем жестко будет.
Дима, спасай меня. Дима, спасай. А я тебя не спасу, тебя спасет только смерть. Я бегу, я бегу. Ух, я уклонился. Да ну в этот раз не получилось. Нет. Молодец. А эта бомба как и там взрывается или по-другому? Не, по-другому. А ё-моё. Мы её раздефьюзили. Ребята, я буду тут на пятачке выживать, посмотрим. Так, проверим, сколько я продержусь. Вы где будете? Где ты будешь выживать, Дима? Вы тут на пятачке, Дим, здесь спауны. А если я тебя убью, Дим? Ну, тогда ты будешь очень плохим человеком. Спавни, кстати, лучше выживается. Я тогда знаешь, что сделаю? Я тебя буду физганом держать, а тебя будет постоянно убивать все. Правильно. Лучше. Наоборот, хуже. Ты таки решил, да, меня помочь? Сейчас, подожди, подожди. Ой, ой. Нате вам. Красиво. Саня, ты чё, офигел? Я случайно. А тебя сейчас убью. Нет. Не надо. Под зад, но... А я хотел до башни кинуть и кинул в стенку, идиот. А я выжил, а я выжил. Серьезно? Я на башне был. Ой-ой-ой, ничего не вижу. А я в лабиринте. Я только вижу обунг. О. О, очистили, молодцы. Пожалуйста, Дима. Так, хорошо. У меня появилась одна идея тут такая. Она, в принципе, ничего. Да ну ё-моё, я ж хотел взорвать её сам. Ты опять выжил. Мы живы. Мы живы. А как ты её взорвал? Дима, очисти карту. Дима! Дима, это что? Прощайте, подлецы. Ба! Прям возле форума поставили. Так, ребята, для того, чтобы теперь определить, кто хуже всех играл в этом ролике и кто лучше, мы нажмем таб и проверим, у кого сколько смертей. Заварной. Вот у меня, допустим, мне кажется, это 35 смертей. Я, кстати, не так уж... Я выиграл! Кирилл, а вот заварной кофе самое последнее место, а самый лучший выживальщик это у нас кто оказался? Форум. Форум. А на втором месте... Саня. Гусанёк. Ну, Гусанёк, видишь, не всегда тебе быть на первом месте. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Угабуга, Гусанёк, Форум, Профит, Абгай, Маквейт, Фуфло. Пацаны, скажите очень крутые слова. Привет. Всем привет. Скибиди-доп-доп-доп. Ой, всем привет. Всем здравствуйте, люди. Ребята, у нас сегодня очень классный ролик, потому что мы будем убегать от Скибиди-доп. Если тебе кушать приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Погнали! Так, все, пацаны, уходите, потому что я сейчас буду включать искусственный интеллект. Поставим для начала одного и посмотрим, как он будет нас гасить. Так, пошел. Он быстрый. Он очень быстрый? Да, нормально пузом, да, трясет? Ребята, если вам понравится этот ролик, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пошел. Он очень быстрый, мне кажется, он даже быстрее, чем Абунга, да? Да. Он очень такой, смотрите, как он прыгает. Давайте еще сразу лупанем одного. Опа-па. И третьего. Давайте три штучки для начала. Посмотрим, как мы повыживаем с ними. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошел, псих. Так, пока я смотрю, никто особо не умирает. Да. Не, все вначале поумирали. Да? Опа, слился. Ладно, пусть он меня убьет. Давайте посмотрим, как вообще он убивает. А чё, когда он убивает, мы вверх подлетаем? Это нормально вообще? Или это фишка его он такая? Он животом бьёт. А, он типа животом бьет, я понял. Да. Чисто в стратосферу улетит. Да. Представьте, какой надо пуз заиметь, чтобы так лупашить. Сегодня этих пуз будет 100? Нормально, да. Я ставлю еще сразу, не, как бы не стесняясь, да, побольше их ставим. Ой-ой-ой, пошел. Так, а я постараюсь посмотреть, насколько у них высокий интеллект и... Посмотрим, спрыгивают они с высоты или нет. Так, давайте сразу сюда зайдем и сейчас посмотрим. Бежит. Абунга опа, упал. Да, Абунга, они, значит, на Xbox, может, одинаково себя ведут или нет? Как вы думаете? Ну, могут быть это одинаковые, а могут это быстрее. Так, спрыгиваем. Ой-ой-ой, об кого-то ударился. Ого. Так, ставим еще побольше ставим. Ой, смотрите, догоняют. Кстати, я так понимаю, что только с бенни-хопа можно от них убегать. Так не убежишь, да? Да. Да. О, так тогда надо нам гравитацию увеличить, чтобы особо не убегали, ребята. Сейчас мы сделаем очень класс, смотрите, мы сделаем искусственный интеллект, отключим. И сейчас я уберу гравитацию. На 10 тысяч. Даже, скорее всего, не уберу, а добавлю ее на максимум, насколько это возможно. Так, гравитация. Чего не надо? Вот, мы добавляем здесь нолик.
Че, получается, у нас 10 тысяч. А ну проверяем. Да, все, прыгать, ребята, вообще невозможно. А вот теперь, погнали. Ого! Прыгать будем. Нифига себе, я просто максимально свалил. А они будут все равно прыгать высоко, или на них гравитация не действует, только на нас действует. Да. Так, я думаю, что даже теперь уже сколько? Их 6 штук, особо от него поубегаешь. Смотрите, ну-ну-ну-ну, смог. Красавчик, нормально, да? Возможно убегать, я вижу. А ну-ка. А, да надо вот так вот просто петлять быстро. Опа, задри... Ох! А, получается, мы уже теперь не подлетаем, он просто нас придавливает к земле максимально. Так. Ой, извините, побежали сюда. Да? Понял. Да. А давайте проверим, сколько жизни отнимутся, когда я упаду вниз. Все равно 10 хп, да? Ага, да, понял. Нет, 10, да. Надо, короче, ставить еще этого реалистичный урон от падения. Тогда вообще будет жестко. Так. Чисто фаршем будем собрать. Тогда вообще будет жесть просто. Че, включить или нет? Да нет, давай. Не надо? Ха-ха-ха, ты чего? Да че вы ссыть? Вот это я максимально быстро падаю. Солнце, оно не гонится. Да, их еще и убить невозможно, они все бессмертные. Так, давайте, реалистичный урон от падения. Включил, все. Нельзя прыгать вообще. А давайте сейчас и проверим, сколько жизни. Вот у меня 80. Ой-ой-ой, сразу. Все, теперь вообще получается, даже нельзя падать вниз ни с какой высоты. Да. А представьте, если бы можно было высоко прыгать и умирать от прыжка. Ха-ха-ха, вот это было вообще бы круто очень. Опа, опа, ну давай, я тебя не боюсь. Опа-па, опа-па. Смотрите, танцу. Вот это меня расколбасило. Ни финта себе, вот это они крутецкие. Давай. Опа-па. Ребята, не забываем обязательно влупить лайкосик и подписаться. Дима, я один только 2 раза умер. Наверное, да. Ты ж, наверное, читеришь, как всегда. О, давайте в воду поплывем. А столько гравитация плыть возможно? Возможно. А, меня убил. Кстати, я должен был, по идее, вообще тонуть с такой гравитацией, но я плаваю над водой все равно. Да? Да не, оно плавается, я ж проверял только что. Опа-па! Давай. Ой, блин! Мне кажется, даже нема смысла больше ставить, потому что они так, да, как-то гасят жестко вообще. Когда я плыву, у меня это забирается. Давай. За мной, короче, гоняется аж 4 штуки. Ну что вы мне сделаете? Что? Давай. Хи-хи, прикольно. Кстати, должны были убить. Нет, не убивает. А, ладно, забирай свои слова назад, убиваю. Наказали, да. Ой. Так, я пока мисс тут похожу, подальше от них. Постараюсь подольше повыживать. Дима, ты знаешь, что это, с нами записываешься ты и еще один Дима? Да? А что это, да, мой тезка? Дима Матюк? Понял. Принял. Давай еще Дима. Еще добавлять? А, подожди, это не... Ай, блин, маленькая ж высота была. Я сразу крякнул. Хорошо, уговорил. Полетели. У-у-у-у, танцуют все. Так, быстрее. Так, получается, теперь вообще нельзя откуда-то спрыгивать. Вон, чувак сразу умер. Вообще никак не спрыгнуть. Я буду тут со скелетосом стоять, все. Давай повыживаем здесь. А пацаны пусть попогибают там, а мы-то постоим здесь. А кто у нас тут? Профит, Уга-Буга, Обгай пришел. А пацаны, вон нормально бегают. Давайте возьмем камеру, поувеличиваем. Фоточка на память. О, это хорошо. Во-во-во-во. Ай, блин, я испугался. Вот это колбасит. Быстрее, надо бежать. Так, все отлично. А куда идти? За мной. Ой, да блин, а что ж ты не предупредил? Ну, ёкала, мэнэ какала. Дима, знаешь, так. Так, я буду в воде быстро плыть. Под водой вообще классно. Кстати, воздух-то не кончается. Дима, на дне это, надо по кругу ходить, они не смогут тебя да? поймать. Хорошо, запомнил. Да. Все, я под водой. А тут нема никаких секретных ходов? Нету под водой. Не, есть один есть. О, смотрите, где я место нашел. Прикольно под водой, кстати. Так непривычно, такой все, знаете, звук такой глухой, ничего не слышно вообще. А мы выживаем под водой, от скибиди, доп. Вроде так оно там поется. Да. Так, сразу там сюда. Быстрее. Не. Ой, чуть не упал, еще чуть-чуть. Ой, я слышу, вон они там выплясывают, водяные челики. Ну, этот скибиди доп вообще очень быстро стал популярным, просто мега популярный.
да. Ого, их там. Ну да, так ты... Смотри, как мой труп притягивает к земле, что я аж... Да. Да я знаю, что ты да. Иди наверх. А где ты? Ой-ой-ой. Здание. Иду, иду. А ну, если так не будем спрыгивать? Хватит. Да, с низкой гравитацией, ребята, сложновато выживать вообще. Дима, я прилег полежать, ты не против? Да лежи, отдыхай, чего ты. Ай. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги, 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 быстрее, 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 быстрее. А, не сзади, быстрее. А ты что, внутри? Нет, я уже тут на спауне, вот я здесь. Ой, они прям рядом. Я сейчас попробую их обмануть. Смотрите! Ладно, то я им поддался на самом деле. Ну, сложно убежать, очень сложно. Эй, пацаны, помогите! Отвлеките их кто-то! Ну блин! А. Ух, их тут! Да да, их нереально много. Они через потолок убивают. Так да. Дима, иди ко мне. А где ты? Будем жить. Я сверху вот. Вот. Но. Красиво, красиво. Спускаюсь, бегу. Бегу со всей силы. Так, я вот сюда попробую побежать. Беги, Дима. Да бегу, бегу. Они за мной, что ли, все? Вы чё? Да-да-да-да. Отстаньте от меня. Так, сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Все, оторвался, отлично. Пойдет. А если попробовать с этой, с этой гравитацией, если попробовать лазерный меч взять, можно будет прыгать или нет? Давайте проверим. Нет, нельзя. Вообще не прыгается? Ой, урон! Ай, сам себя убил, что я и говорил. Ай, вообще жесть. Дима, Дима, смотри, как я буду между ними кружить. Давай, 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 я посмотрю. Что-то у тебя, блин, там что-то не получается кружить. Вот это колбасит, ребята, смотрите. Гляй их за мной. Вот это веселье. Еще больше ставить? Да, мало, очень мало. Да куда еще больше? Мы и так погибаем постоянно. Бесконечно при том. Нет, 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 я лучше буду сюда. А, я забыл, спрыгивать нельзя. Мне кажется, вообще жесть будет. Ай-яй-яй. Ух ты. Вот это меня колбасит. Да что со мной? Эй, успокойся. Все. Я знаю, где можно выживать. Где, где, где? Подскажи. Пошлите за мной. Отвали. Надо, чтобы он за тобой не бежал. Я тоже. А ты смотри, пристал ко мне. Отвали. Ой, я понял, как его обманывать. Он разгоняется резко. Ай-яй-яй, не получилось. А то я поддался на самом деле. Как всегда, когда сливаюсь. Да блин, это жесть. Да хватит, пацаны. Да что все толпой за мной гоняются? Куча пацанов играет. Что за мной постоянно? Вот, Дима, за мной беги. Вот я, вот я. Бегу, 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 бегу. Не хватает, конечно, высокого прыжка, чтобы это сделать. Так, я, видите, одного за собой погнал. О, я вот так встану. Ребята, они не смогут убить, смотрите. Ладно. Я думал, они будут в щель падать и все, и ничего мне не сделают. Ну, я им тоже в этот раз поддался, ну. Во, я попробую тут повыживать. Может, все-таки они сюда не придут? Не, не сюда. Не, я здесь повыживаю. Там слабое место. Так, что, хорошее место. Прекрасное. Он уже бежит туда. Нема никого, просто смотри. Игре. Никого нету вообще. Как это? Ребята, хорошее место нашел. Никто меня не убьет здесь. Видите, мимо прошел. Ай, быстрее, 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 быстрее. Все-таки нашли меня эти чили-пиздрики. Так, 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 сюда. За мной? За мной, за мной, за мной. Спрыгивать невозможно, просто, ну никак. Саня, а ты где? Так. О, я сейчас, короче, ребята, кое-что сделаю. Спасибо, Дима. О, гравитация. Спасибо. Все, теперь мы можем высоко прыгать. Красота! Ой-ой-ой, вот это они подкидывают. Мы больше начали умирать. Ха-ха-ха-ха, вообще класс. Тихо-тихо-тихо. Я спрятался в таком месте, где меня никогда не убьют. Да? Да. Помойте. Во, я себя взрывом подкинул, очень высоко. Только жизни мало осталось. Еще раз. Лазерный меч. Не, мне кажется, легко стало выживать, смотрите, когда высоко прыгаешь. Че-че? Выстрелы слышишь? Да, да, да. Это ты сам себя убиваешь? Да, естественно. Молодец. А, я туда, не туда прыгнул. Не туда, не туда, не туда, не туда. Вот это трындец. Дима, возьми лазерный меч, ты будешь суперменом. Да?
да. Спасибо за подсказку. А я лечу. О, на крыше? Интересно, они могут на крышу допрыгивать или нет? Как вы думаете? Да. Могут, да? Да, нет. А, я убился! У нас же реалистичный урон от падения стоит. Ого, я прыгнул! Интересно, ребята, напишите в комментариях, долечу до этого, до крыши или нет. Нет, мне кажется, не долечу. Не долечу. Долечу! Нет, не долечу. Эх, об угол ударился! Только не умереть, только... 4 хп осталось, 4. А я сейчас умру. Ну, блин, реалистичный урон от падения. А нет, живой. О, Маквейт, привет. Ура. Пацаны, смотри, как я красиво залетел. Ни финта себе, можем высоко прыгать. Ой. А, я сейчас умру, наверное, потому что реалистичный уже урон. Ctrl зажми. Да? У меня. О, спасибо, о, спасибо, что подсказал. Я забыл, что с Ctrl, а они тогда жизни не тратятся почему-то. Ой, я третьего лица остался. Они еще в прыжке. Так, попробую сейчас туда же допрыгнуть. О, жизнь. Как это не слышно? Слышно меня? А, смотрите, летим красиво, красиво летим. Вот это класс. Так. Не забудь Ctrl нажать. Да, я уже держу специально, чтобы не проиграть. Че, они до нас не допрыгивают, пацаны? Нет, допрыгивают высоко аж. Да, я сейчас вот сюда на балкон встану или на край этого. Мы просто слишком быстро бегаем, вот и все. Вова, я сейчас встану вот так на краюшек, посмотрим. Они достанут, поверь. Не, они не достанут. Ах ты жопорской, ну смотри, что... А, вы против меня опять сговорились? Хорошо, хорошо. Я запомнил вас всех в лицо. Зря вы, пацаны, зря вы это затеяли. Дима, это о, нет. Я буду мстить. Я буду мстить. Я за Диму. Дима, не. А! Ой, ракету поставил, блин. Я удалю ее. Я удалю ее. Все, ракета. Нет, ликвидировать. Нет, ты не сможешь. Все, налетит туда. На... А! Направил ее. Ого, меня аж придавило. А это законно вообще? Наверное. Все, полетело, пацаны, прощайте. Они А че написано, что профит убил, если это я? Да ну как-то странно просчитывается. Че ты? А, наверное, кто ее дотронулся, да, тот и убивает, типа. Нет, вообще далеко. Да, это очень странно. Тихо. Две ракеты, одна и вторая сразу. Бу! Опять по мне стреляете? Хорошо. Не-не-не, чё. А! Да что вы делаете? Вот так, значит. Хорошо. Ну всё. Ах, вы зараза, да что вы её трогаете? Эй, не трогай мою бомбу! Это моя бомба! Дима, не делай его. Да на! Ну бомба, взорвись! Ну! Вот чем будет угар! На! Я ее защищал! Вот еще, вот и на! На тебе еще! Ой, а что она не взорвала? Ты ее удалил, что ли? Эй, жесть! Я ее не активировал. Так, а где эти чили-пиздрики бегают? Вот он сзади меня бежит. Догони, не догони. Смотрите, перепрыгну его по красоте. Ай, не нажал ту кнопку! Вот это лечу красиво. Они на спавне стоят, убивают. Фу, кемпер. Присед. Нет. Вот это жесть. 3. А что, они живы? Давайте проверим, живы они или нет. Уже их убило? Кто сгорит с модом? Не, все работает. А, у меня запинговало сильно. У меня идет четко. Они живые, пацаны, или нет? Да, я вижу, убивают. Если вы хотите, чтобы мы еще поубегали от Скибиди Доп-Доп на другой карте, так ставьте лайкосик. Будет 3000 лайков, сразу запишем. Идеи, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Ситочка, Гусанек, Думыч, Профит, Пловик. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Ассаламу алейкум, братья. Всем присылай привет. Здравствуйте. Мы скачали новую карту, она очень прикольная и многоуровневая. И будем убегать от Абунг. Если у тебя текущий приятного аппетита, а у нас сегодня будет 100 Абунг
и жесткое выживание. Погнали. Так, начнем с слабых, как всегда. Хотя тут слабых нету, тут все жесткие. Давайте сразу вот с таких вот начнем. Так, и... Надо сейчас отбежать подальше. И поставлю сейчас сразу двадцаточку штук. Несколько очередей поставлю. Так, он за мной до сих пор бежит. Нет, о, давайте в здание. Надо. Давайте проверим, как он будет по зданию бегать. Мальчики, бегите. А он не бегает по зданию. Он прыгает по зданию. Он прыгает по зданию? Ай, ё-моё! А я живой, я живой! Он может зайти. А он на меня заорился. Ставим еще. Ой-ой-ой-ой-ой, я ж двоих друзей ставил. Кстати, можно подплыть под здание. Все, попадали, попадали обунги. О, какая штука. Они не бегают, они поверху встали и стоят. Можно я в этот раз выиграю, как и в прошлый раз? Можно, можно. Так, сейчас я их поудаляю. Подождите, я очищу карту. Они что-то заглючили, нельзя их, короче, ставить. Надо ставить чисто на этой части. Так, погнали, вот так вот прям буду ставить. Так, Дима, только не читери. Я не буду. Ой, они все застряли. Как в прошлый. Дима, нельзя читерить, нельзя. Да, я же, видите, хочу сразу миллион штук поставить. Не получается. Ого, их там наставил. Они стоят просто. Не, падает, падает. Все, полетели. Нет. А чё? Некоторые стоят, бегают, просто. Некоторые стоят. А чё я так странно себя веду? А, все, поехали. Надо мне возле них побегать, тогда начинают жестко атаковать. Уходи, так. С тобой толпа. Да? А я же специально так сделал. Сейчас я их поведу через всю карту. Ребята, досмотрите ролик до конца и не забываем поставить лайкосик и подписаться, потому что мы поставим 100 абунг. Это будет очень-очень весело. Они опять стоят. Да? А как-то они странно себя на этой карте, да, ведут, пацаны? Да, очень. Ой, а чё вы так ведете себя странно? Да. Давайте разных поставим, может все-таки из-за того, что разные надо ставить. Они же дурачки. А, дурак, блин, я испугался, под ноги мне прыгнул. Чё ставим? Еще ставим. Все, все, ребята, штук 60 уже поставил. Начинается веселье. Погнали, давайте всех загрим. Между ними я хотел пробежать, но что-то я очкую. О, я вижу, профит слился, хорош. В конце ролика, ребята, посмотрим через таб, у кого больше смертей. А у кого будет самое меньше смертей, тот будет лучшим игроком. Так, давайте возле этих пробежим, заагрим. Так, получается, возле них надо бегать, чтобы они агрились. Это очень странно. Ребята, карта новая, вышла только сегодня. О, еще Флоувик слился, это хорошо. Они тпхаются на этой карте, интересно, или нет? Нет. Не? Давайте еще поставим, что-то мало. Поставил перед челиком и сам слился. Лошара! Так, хорошо, хорошо. Убежали мы еще. Мне аж Димон их мало запинговало. Да не страшно, не бойся. Опа, челик стоит на ступеньках. Давайте... Ай, хотел проверить, смогу я пройти или нет, не смогу. Так, вижу, Флови хорошо прям сливается, отлично. Я иду в помещение, чтобы побольше повыживать. Давайте проверим, смогу я проскочить или нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нет. Мамочка моя. Ух, как, блин, ноги аж поджимаю. А, видели? Через крышу прыгают. Надо подняться. Тут такой угол, кстати, в здании очень прикольный. Я буду сейчас на крыше стоять и смотреть, как пацаны сливаются. Это я люблю. О, все, я на самом верху. Мне интересно, допрыгнут они наверх или нет? О, я вижу еще кто-то наверху стоит. Так, давайте попробуем так с краешку подойти. А ну-ка, давай умирай, Димон, быстро. Не, я не буду, я не буду. А, они не допрыгивают. Быстро. Ого, стекла бьют. А кто там стекла бьет? Они застают в этих штуках. Ух ты, что? Там крышатся стекла все. Еще... А! Ё-моё, так же можно обосраться. Блин, ну жестко убили. Вообще сильно. Я только до тебя добрался. Да, я сейчас к тебе опять приду. Только вот я не знаю, получится у меня или нет. Они прям забаррикадировали вход. Так. Я их сейчас выведу. А тут два здания, да, всего? О, молодец, да, что убрал их. Так, я попытаюсь сейчас зайти на здание. Отлично. Надо нам какое-то выживание будет сделать с паутины Человека-паука. Да. Только какое выживание? Потому что абунги не очень-то хорошо будет до нас доставать. Да, можно просто засесть наверху карту, и они не допрыгнут. Угу. Мы что-то придумаем. Я наверху, а что, статую нельзя трогать? Так, а что у меня физган стал зеленым? У меня никогда он не был зеленым, это очень странно. Тэпнулся читак, я ненавижу его. Ух ты, тэпэкнулся, да?
Так, да. Ребята, добавляем, давайте добиваем уже до 100 штук. Я думаю, что довольно-таки... Да ничего, издеваться, я стоял не на самом краю. Я как бы стоял, ну как бы. Так, идем наверх тогда. Ой, туда. Там есть ступеньки? Нет ступенек. Так, все-таки надо сейчас поставить 100 штук, я это сделаю. Они внутрь залезают теперь. Ну, а в здание прям заходят? Да. О, пару штук это зашло, прикольно. Точно. Опа, ожил. Интересно, он догонит меня или нет? Ну, давайте проверим. А он не может по ступенькам ходить. Трахит! Ха-ха, класс! Так, добиваем до 100 штук. У нас даже, наверное, не 100 штук стоит, а больше. Давайте посмотрим. У нас стоит 101 абунга. Ставим. Парочку таких. Парочку таких. Ой, ребята, сейчас будет веселье, конечно. Они все тпхаются или некоторые не тпхаются? Как вы думаете? Они все тпхаются. Все, 101 абунга, ребят. Ух ты, не достал, а хотел. Ой, эй, рядом, пацаны. А, зараза, запрыгнул. Представляете, смог запрыгнуть и убить меня. А я его запомнил, текстурку на лице. Берем а, то статуя, ну вот игрок стоит, а то статуя. Чё, домовухи, слеповухи будем кидать? Так, да, следующее убегание, когда мы сделаем, реально будем делать так, чтобы догонял человек, и слеповухи будем использовать. Было бы классно, если бы NPC, да, можно было бы ослеплять? Вообще было бы, мне кажется, очень эпично. Но это нельзя сделать, я не знаю, где ты постоянно бегаешь. Ай, блин, прям поцеловался с ним. Так, у кого больше смертей? Что, у меня что? А, нет, не у меня. Славика. Что-то имя похоже на Славика, ну то ладно. Так, пацаны, а вы где вообще все зашкерились? Я никого не вижу, у нас же шестеро. Да там кто-то в здании, возможно, подшкерился. Ах, вы негодяюшкины. Ай, блин, ну ёкало-манекало. Так, и что делать? Я хочу в здание зайти теперь. А они не дают этого сделать. Опа-опа, вышел из здания. Теперь у меня есть шанс зайти наверх. Так, отлично. Главное не застаиваться на пороге, потому что они через крышу могут убивать. Так, отличненько. Приближаемся. Так. Ну что, пацаны, я на крыше. А чё, я не могу убить? Эй! Да я ж хоть... Блин, надо было прицелиться лучше. Да я поддался тебе. Ай, блин, он за мной бежит. Короче, начинается угар. Мы начинаем мочить. Те, кто застаивается, буду мочить, пацаны. Ну хорош. Уходите. Нет, не выйти. Чё там, нормально? Попал? Попал? Ну давай, базук. Есть. Всё, не попал, да? А там, наверное, никого нету на крыше, я так понимаю, да? А не, раз они там трутся, значит есть. Заразы такие, а? За темочку. О, привет. Ай, ну блин, ну ё-моё! Дима арбалетус. Хорош! Случайно это как-то стрелял на дурака и попал. Так, все-таки они по ступенькам поднимаются, вижу. А что труп лежит, не возрождается тут никто? Так. Никого не вижу из пацанов. Эй, а что, интернет? Не, интернет не пропал. Ай-яй-яй! Не, мы здесь просто все в ФК встали. А чё вы такие? Я люблю такого ФК вставать. 50. Давай, 150, уговорил. Ровно 150. Полетели. Давайте ставим чё... О, хорошо. Так. Всё, они зашли. Нет, вот окажется тебе. На самом деле они хорошо бегают. Ой, надеюсь, у меня, ребята, горисмот не вылетит. А, они прям за мной. Я буду бежать еще. Все.
150 штук, ребята, поставил. Это рекорд, кстати, для наших роликов. 150 штук я еще не ставил. Дима, ты когда пытался меня убить, у меня остался 1 хп. Да? Мне чуть-чуть не хватило? Да. Совсем чуть-чуть. Ну, блин, обидно. Ого, они на расстоянии убивают. Серьезно? Вроде нет. Но меня на сильном убило расстояние. Да? Ну, это я их запрограммировал так. Так, оружие. Эй, убирай свои программирования. Не буду убирать программированное. Ох ты, блин, они так рядом прыгают, кажется, что сейчас допрыгнут. Ух, их там внутри. Все много? Ребята, вы вообще жестко устроили. Так, короче, я хотел спрыгнуть. Все, сейчас я буду выживать, внизу бегать. Все, побежали, чисто внизу выживания. Сколько я продержусь, давайте. Засекаем, напишите, ребята, в комментариях, сколько минут я смогу продержаться внизу. Я думаю, что пару минут продержусь точно. Вот смотрите, как хитро обходит меня. Отлично, отлично. Опа-па, опа-па. Ну тут я уже реально не поддавался. Они прям жестко меня окружили. Ух, Димас, ты что-то догоняешь нашего тоже по убийству. Че там, на крыше никого не было? Да конечно, вы же зашкерились, аж там внизу выживаю, видите, профессионально. Ой. И не боюсь их, смотрите. Я вообще не боюсь обунг. Что они могут сделать? Ну подумаешь, 150 штук. Что? Что? И ничего не может, смотри. Вот это их толпа. А ничего не можете, да? Че ты мне сделаешь? Че? А? Не можете ничего сделать? А я бегаю с задним. Получил, короче, подстрачник. Блин, жестко увидел со спины. Надо, значит, смотреть и вперед, ой, и назад. Сейчас Дима проиграет. Да не, я вообще выиграю. А че вы не умираете никто? Карту обновишь, да? Жестко, жестко. Ух, прям из угла убил. Там на крыше никого нету? Да, мне кажется, что на крыше кто-то стоит там, не? Ух ты, смотри, какой хитрый, стоял, ждал меня. Ух, их тут прыгает. Да, они высоко прыгают, реально. Эти некс-боты вообще жесточайшие. 150 абунг. Ставил бы больше, но вот на грани того, что вылетит. Вот прям чувствуется. Эй, Дима, я себе открыл проход. Нет, теперь ты уже не сможешь пройти. Эй, ты дурак, убить? Что ли? Ай, блин, он меня убил! Ах ты хитрый, да надо было меня отвлекать. Ну что ты делаешь? Ой, он за мной пошел. Ого, их тут! Их вообще жестко. Ну все, пацанов не буду убивать, буду стараться выжить. Ну просто нереальное количество. Ну что вы, мужики? Я попробую зайти в здание. Ага, они заполонили там все. Не дают мне никак пройти. О, давайте под здание заплывем, мы же можем? Ах ты! Да, для них это тоже не проблема, заплыть под здание. Они еще плавают лучше, чем я. Ну если ты посмотришь на противоположное здание, я вон прыгаю. А, я вижу, да. О, кто это палец делает? Это и тучка вроде бы. Эй, и тут лучка. Ого, базука рядом пролетела возле башки. Зря, зря. Ух ты, между ног пролетела. В смысле, я не попал. Ай, блин, абунга залез. Он не залез, он тпхнулся ко мне, представляете? Стоять! Ух ты! Ай-яй-яй! О, Брун. О, Брун меня убил. Ого! Он прям попался. Это жесть. Так, заполонили реально всю карту. Они через стены пролазят. Короче, если будет у меня новая видеокарта, можно будет ставить 300 штук. Вот это будет вообще трэш. Мне интересно, вообще можно будет хоть чуть-чуть выжить, когда будет 300 штук? И мы будем в 3 FPS записывать. Ого, йо-йо, я передумал. А нет, там, короче, я залез на крышу. Да блин, или меня убивают игроки, или абунгоксы. И игроки, и абунги. Ну да. Чуть того, чуть-чуть того. Ой, меня сзади. Так, хорошо. Ты мой физган. Так, я придумал кое-что. Нет! А это не мощно, это не бомба, это ракета.
где ракета? Да, там небольшая ракета я запустил, она маленькая. Ты дурак, что ли, стрелять? Что, не убил? Не, вообще не достало. А, вот так, значит, да, вы со мной? Я к ним со всей душой. А они? Ой, я что-то Димаса догоняю. Во-во-во-во-во, вот это получше уже пошла. Надеюсь, догонит. А чё, у меня 7 хп всего? Ну-ка! Есть! А чё, Дум убил, а не я. Думаю, я поубивал. А, да, но это... Очень да, странно, да, засчитывает как-то? Хорошо, давайте Гренвич. О, на, попей. Это жесть. Было бы классно, если бы еще бунги умирали. Нет, вообще не достало. Так, сколько я раз умер? 29? О, я что, больше всех умер? А нет, Хловик все-таки. О, кто-то мне лекает. О, спасибо, кто-то мне выдает жизни. Ах ты, ты чё по мне? Где вы? Эй, да кто тут-то? На тебе, я сейчас умру вместе с тобой. Не, я передумал умирать, надо валить. Да тут кто-то невидимый ходит, ножичка меня чикает. Кто здесь? Невидимка, выходи. Так, 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 стопэ. Есть, вижу, вижу, вижу. А кто это у нас тут? Гусаня, когда ты был невидимый? Ах ты, ты что делаешь? Я к тебе со всей душой. Ну, я думал, ты это, хочешь меня скинуть. Не, я хочу тебе гранату кинуть под ноги. Телепортируется, это просто жесть. Саму петарду уже засунуть. Че, не попадаешь, что ли? Есть, отлично! Так, я понял, короче, открытая жесткая война у нас, да? Ему что-то не умирает. Ой, это уже всех убьет. Нет, это не убьет, меня нет. Я живой, смотрите. А че у нас слабая такая, или это карта большая? Тебя взорвали. Бомбочку. Во, смотрите. Так кто здесь? Кто здесь? What username? Ты кто? Выходи! Вы чё делаете? А, вот так ты хочешь меня убить, да? Вместе умрем тогда. На! Блин, а кто-то невидимый был? Ой-ой-ой, кто-то кидается по мне. Они телепортируются, балди! А что ж так громко? Клоун вонючий! А чё он такой быстрый? Тут есть просто мега быстрые, да? Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Думгай, Арара, Пикачу, Форум, Вкусный пирожок, Зоникс и Уёка. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет. Всем привет. Написали в комментариях, и мне в личку писали многие, чтобы мы поубегали от гигантского пилпака Nexbot'ов. Называется Ultimatum Nexbot Pack. Их здесь просто очень много. Поэтому себе кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание, веселье и угар. Погнали. Постараюсь в этом ролике поставить всех. Ну, буду ставить по очереди все больше и больше, и надеюсь, что в этом ролике мы успеем всех поставить, потому что ну просто их очень много. Поехали, трейн. Так. Нет, нет. Дурак за мной постоянно гоняется. А чё такой плоский? Не знаю, они все плоские. Ахена. Не, и вот это их тут просто жесть сколько. Так, да, давайте будем ставить. Даже не буду назвать их ни имена, потому что на ролике видно, но просто много очень. Ну, а Амогуса все знают. Так. Чпоньк. Это просто жесть, да? Это, короче, мем у нас получается или что? Да нормально, нормально. Это я только чуть-чуть поставил. Так, 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 давайте все поехали дальше. Господи, боже, сколько мемов каких. Да, да, это же мемы. Ну да, все сходится. Это просто... Ребята, не забываем подписываться на канал, ставить лайк, потому что мы выпускаем ролики каждый день.
и поднимаем людям настроение, тем самым продлевая людям жизнь. Там что, у меня разная музыка орёт и играет, просто жесть! Дима, тут один NPC. Да-да-да-да-да. Тут один NPC, он супер-супер быстрый. Это просто для себя тот ролик, где будет просто очень много вакханалий. Вот это жесть! Побежали, побежали. Так, они по всей карте рассеялись. Смотрите, сколько мемов Nexbot'ов бежит за одним игроком. Ого, какой-то черный быстрый, да? Так, давайте ставлю дальше, пацаны. Это не все. Давайте... Ой-ой-ой. Ладно, пока я умер, ставим. Но я же все хочу поставить, вы же понимаете. Вот это выход. А теперь понял, почему все писали, чтобы я скачал этот мод, и вы поиграли все вместе. Ой-ой-ой-ой, музыка разная, друг на друга налаживается, это просто какой-то трындец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, давайте сделаем пониженную гравитацию, чтобы было веселее, хотите? Так, настройки сервера. Гравитацию давайте сделаем 100. О, полетели, начинаем немножечко летать. Отлично, отлично. Так, пацаны, успокойтесь, чего вы все за мной? Вот этот черный вообще! А! Блин! Roblox морда вышла! Вот это какая-то жестяк! Так, каких мы стадий мы ставили? Пока я лечу, еще ставлю. Дима, вот это... сколько вообще их? А, я думаю, что может там около 80, может 100. Господи. Так, так, так. Нормально все, чего? Мне нравится, прикольно. Ого, тут кошка какая-то прыгает под водой со мной, с музыкой. Кошка, отвали. Короче, они убивают как Абунга, да, с одного раза. Если вы поставите много плюсиков и 3000 лайков, мы запишем еще с этим Nexbot'ом паком классные ролики. Только на другой карте. Например, поставим карту Лабиринт. Ай, да блин, ты че он так... А что это за черный такой? Вообще, что тут творится? Так, мы поставили вот этих, да? Еще ставлю, ребят. А тут один Nexbot. Да не должно вылететь, они плоские. Так, ставим дальше, ребят. Так, это мы поставили. Вот эта музычка прикольно играет. Да что за жесть? Эй, музыка, прекращай играть. Да, я это кошка. Смотри. Да ты что, Фредди меня убил. А вы что тут делаете? Какое, блин, просто количество. Да я еще не всяк поставил. Сейчас я поставлю всех. Сейчас. Пока я лечу, да, давайте Дима, будем ставить. Не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Под музыкой играет. Сколько ж там анимаций. Выживаем, выживаем, выживаем. Ай, какая морда за мной. Стрёмная, надо полить. Прыжок. Подальше, подальше, подальше. Так, валим, валим, валим. Ой-ой-ой, кто-то кидается по мне. Они телепортируются, балди. Ай, прыжок. А что ж так громко? Клоун вонючий. А, а чё он такой быстрый? Тут есть просто мега быстрые, да? Эти NPC-шки. Да. Да. Так, ребята, мы ставим еще. Этого мало. Господи. Такие прикольные звуки, когда их ставлю. Блин, задрал. Господи, автор даже постарался показать, как он убил. Ну да, да, да. Ну да, да, да. Да ты смотри, этот вонючий банан. Так, 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 так. Клоун! Ты больше половины поставил. Сейчас скажу, да, даже если меня убьют, я сейчас тебе скажу. Наверное, половину ровно. Чуть больше половины, да, поставил. Еще ставлю. Ой, Абунга уже там есть. Короче, все есть. Да, вон там. Летим, летим, пузо вперед. Прикольно, музычки налаживаются. Всякие прикольные звуки такие. Да. Так, ну что, я не боюсь никого. Давай, иди сюда. А, я пошутил. А, высоко прыгают. О, отвали, где? Чё так сложно? А чё сложно? Нормально, тебе не нравится?
Я еще ставлю, мало. Ой-ой-ой, там пианино какое-то ездит уже. Блин. Я рада, что такое есть NPC. Смотрите, какая толпа. Да. Они телепортируются некоторые. Да. Так, надо, ребята, Жирана с пианино. Поставить мне, наверное, оружие, чтобы я мог высоко прыгать. Это меч. Да, это меч джедая, который дает мне возможность очень высоко прыгать. Ура, джедай, джедай. Смотрите, пацаны, смотрите, я на крыше. Во-во-во-во-во. Ай. С одного прыжка. Там невидимо. А, опять этот вонючий челик с черепом. Так, надо разобраться, как прыгать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, отвалите вы от меня. Вот это их тут много. Ой, прикольный крик. О, тут что творится? Да, ребята, подлагивает, даже у меня немножко горит смарт, потому что количество нереально большое. Но ничего. Она на крыше, Какая-то... Это тот ролик, когда творится что-то такое нереальное вообще. Это все подряд. Непонятно, что происходит. Разная музыка, все налаживается, кричит, пердит, трещит. Ай-яй-яй. Да что ты? Я летел, Дим. А я лечу. Ребята, ставлю еще. И лагает как? Лагает, да? Тогда ставим еще раз, лагает. Вот это жесть! Ого, лимит сработал! Сейчас скажу, сколько уже... Их больше 100 штук здесь, если лимит сработал! Все, я всех NPC поставил, всех! О, мудрое дерево! Вот это конкретная какая-то жопа! Как тут выжить? Так, ладно, берем оружие сейчас, чтобы я мог прыгать высоко. Оружие и прыжок! Прыжок! Ого, они прыгают за мной! Дима, чтобы ты понимал, у меня 20 FPS из этих. Да, у меня всего 43. А, я приземляюсь и умру сразу. Нет, не умру! Не умру! Так хватит музыку свою вонючую запускать синхронно! Все, летим. Ой, красиво летим. Ребята, долечу. А, не долетел. Хорошо. Так. Я падаю. Они внизу. Надо на балкон. Ты что, рядом так прыгаешь? Ой, лагает. Они когда в друг друге застреют, начинают сильно лагать. Да. Прыгаем на дом. А как вы думаете, у них жизни есть или нету? Нету. Они как у Абунги. Нету. Ой, я сейчас возьму админские пистолеты и проверим, есть у них жизни или нет. Так. Только в нас не попади. Лагает. Ты чё, Гаррис, вот лагаешь, надо отвалить. Да, нема жизни у них, нету. Это просто же... Вот у меня сейчас, знаете, у меня очень много жизни. А, это никак не работает. Много жизни. Ты что? Вот это класс. Я так еще давно не веселился в Гаррис Моде, потому что то, что делал разработчик, это просто какая-то жесть. Просто... Особенно тот черный кот. Вот как с ним выживать? Никак. Мы в следующий раз запишем ролики с карты Лабиринт. Будет у нас тот черный кот всех мочей. Абунга! А что он орёт, как аниматроник, когда убивает? Нет, даже не аниматроник, я забыл. А, когда из цепи убивает такой звук. Или нет, я уже забыл. Да. Может, они редко тоже из расы из цепи. Угу. Я ж дергаюсь, потому что сильно много NPC-шек. Блин, да это угар, это просто угар какой-то. Дима, а есть вот этот черный кот еще быстрее того, которого ты спавнил. Еще есть? Да, Прыгаю. Да это нереально просто выжить. Так, сейчас вот я поставил всех, да, и сейчас я постараюсь все-таки повыживать. Стараюсь выживать максимально долго.
Сколько я продержусь? А до этого ты что делал? Я просто веселился, а теперь именно выживаю. Так, чтобы они меня не убили. Так, отлично. Камень спрыгаем. И они все за мной, эти твари. Попробуй в воде повыживать. Может, в воде у меня дольше получится повыживать? Не советую. Чего? Смотри, как прекрасно я здесь выживаю. Ой-ой-ой, они все воду. Тут бананы. Я к тебе пойду. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот эта музыка лагает, друг на друга налаживается. О! Там эти идут. Ты что, вот это было... О, в окно вылетел просто, жесть. Их под водой куча. Так, да. А, прыгай. Так, морды, отвалите от меня. Отвалите! Прыгаем сюда вниз. Да. Так, отлично. Звук аниматроника слышу. Ха-ха-ха, прикольно. А, сзади. Ай, блин. Звук варенек. А, лагает. Да, нереально выжить. А их физганом, их даже физганом брать нельзя. Представляете? О, там PewDiePie даже есть. Так, я знаю, что надо сделать с этого всего вакханалия. Мы сейчас все взорвем. Это просто надо все взорвать. А по-другому так никак. Вылетит все. Вылетит? Да не вылетит. Да не бойся. А если я так сто раз сделал. Надо. Да надо. Махай. Не надо. Я не большую бомбу, я маленькую. Не надо, дядя, мимо. Полетела. Ой, надо. Надо ее словить, где она? Ай. Ой-ой-ой, а что вы не все умерли? Вы не все умерли, надо, чтобы вы все умерли. Бомба, ставим бомбы. А, нет, тогда надо ее ловить. Ой, не ту бомбу, вот эту. Ах, задрали, твари. Ого, я бомбу оставил там. Ах, бомба. Еще, взрывайтесь. Дима, да чё ж не взрывается? Я выжил. Да это просто жестяк, это нереально. Блин, прикольно получается. Ай! И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Фору, Дарк Драгон, Куёка, Гусанёк, Угабуга, Арара, Радекс, пацаны, поздравайтесь! Всем здорово! Приветики! Здорово! Всем привет! Как у вас дела? Написали в комментариях, чтобы мы записали Абун выгоняется за нами, но только на большой карте. Поэтому у нас сегодня просто здоровенная карта, куча Абунг и классное настроение. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем! В этом был смысл. Ребята, сегодня у нас будет 100 абунг, и это будет прям очень-очень жестко. Пацаны, разбегайтесь. Они, кстати, телепортируются, убежать уже далеко не получится. А мы сразу прыгаем аж сюда. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Кто хочет с нами записывать, может любой зайти и записать. Попадали и не возвращаются к нам сюда? Нет, ты их так заспавнил. Ну все сходится, все нормально, пацаны. Это я специально их поубирал. А, чтобы мы испугались. Ну, конечно. Вот сюда. Опа. Он может перепрыгнуть? Не может. Я буду его сейчас так обманывать. Опа. Он упал. Хе-хе, додик. Еще один упал. Вы что, бунги падаете? Вы дураки, что ли? Я вижу, они внизу, и я к ним падаю. Давайте проверим, что будет, если я упаду. Так, лечу. Ты живой. Я внизу. Они здесь просто стоят. Это очень странно. Ставим еще, раз они падают, будем тогда очень много их ставить. Потому что очень странно, падают под карту и не хотят дальше бегать за нами. Может, помещение у нас открыть и с ними? Абунговый дождь, аллилуйя, абунг... Ой, блин, жара! Вот, блин, да смотри, что они делают. Капец, они страшные. Страшные, очень. Похоже на чьих-то родственников. Ах, да, зараза! Что-то вы много умираете, пацанару. Ну это ж мы, это ж не то, что ты задрочитерский. Мы очень обычно играем по-обычному. Я месяц так. Не играл. Какой задрочитель? Какой месяц? Ты играл меньше. Я месяц не играл. Так какой на ролике где-то есть неделю ты там с нами записывался? Ребята, напиши в комментариях, сколько Дарк Драгон с нами не записывался.
долго. По последним ролям неделю ты не играл. Ты просто искажение реальности. Да вы чё падаете, мужики? Вы дураки, что ли? Они чё падают? Они алкаши. Да блин, эта карта очень странная. Так, давайте сюда пойдем. Ничего, у нас их 100 штук можем наставить. Печально, что они не могут выбираться с-под низу и к нам сюда постоянно идти. Значит, если дурак упадет, да зачем ты падаешь, Абунга? Это веселый ролик, когда они просто будут сваливаться вниз. Ну ничего, я их буду ставить настолько много, насколько это возможно. Так, что, все? Ставлю еще, ребята. Придется наставлять их постоянно, потому что они что-то падают. Но я буду делать так, чтобы пацанам было очень тяжело выжить. Очень. Вот это же. Все, 100 штук уже летит. Следующая партия, ребята, это по... Да вы чё падаете, дураки? Ха-ха-ха-ха! Чё, да вы чё падаете? Ну, Абунги, ну не падайте. Ну чё, не дураки, не падайте! Да они что, мочат? Да никого нету. А, да, есть, но он не за мной гонится, за того. Он сейчас опять упадёт. Ну дурак, что ли, ну не падай, мужик. Так, отлично, а я вниз. А он не может! А он может за мной... Опа, вот так вот, не может за мной идти. Может. Хорошо, давайте сюда. А ты смотри, привязался как пьяный до радио, а? Все, упал. Еще один пришел. Это блин, из чувака споткнулся. Так, 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 ну что, я не должен умереть. Так, сюда, сюда, сюда. Очень странно они себя ведут. Блин, надо было какую-то, нам может, другую карту брать. Не, ну пусть ладно, это будет. Ну чё, давай, догони меня. Опа, а я вниз. А он тоже вниз. Опа, есть сюда. Будем его обманывать, пока он не упадет. Да, в этой карте Абунги не понимают, где вверх, где вниз, и постоянно падают. Смотрите, этот привязался ко мне. Опа, опачки. Ну чё, упадет? Дурак еще один упал. Ну ладно, ладно, а чё ж делать-то? Чё, все опять попадали? Получается, когда они падают, то мы выигрываем. Нет, вон еще двое стоят на крыше. Они боятся, короче, сидят там и боятся упасть. Так, я, ладно, в этой серии я буду ставить разных. Мы все-таки найдем самый, это будет называться, какой Абунга самый умный. Поехали. Да мне кажется, Дима, они все тупые. Вот это жесть. Кримеры. Все, полетели. Ух ты. Полетели. Жесть. Опять падают, да, все? Да вы чего падаете? Да не падают. Дима, они за строю. Ну нормально. Пусть стоят. Наблюдатели у нас будут. Так, о, я вижу, пошел туда. Так, в следующий раз, ребята, я буду ставить на том острове. И посмотрим, сколько Абунги до нас дойдет. Так, Абунги, конечно, очень жесткие, сильные, но не очень умные. Чего радует? Гусь там стоит, танцует. Да где? Что попа... А нет, вот убивают все-таки. Я думал, все попадали опять. По 100 штук ставлю, они падают и падают. Ненормальные какие-то вообще. Идиот. Хорошо. Ставим других. Все-таки я найду самого умного Абунгу. Так, давайте ставим на том острове всех. Ой-ой-ой, кто там на том острове, я вам не завидую. Спасибо. Не, я... Не надо спасибо. Все. Никого нет. Отлично, отлично. Давайте посмотрим. А, ты дурак, что ли? А, вот так, значит, я сейчас тебя буду за физгалом держать, они тебя будут мочить. Так, они идут, пацаны. Давайте аж сюда прыгнем. Опа! Отлично. Да, дурак, ну куда ж ты падаешь? Так, бегут, 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 отлично. Так, сюда дойдут? Дойдут. Так, давайте сюда. Опа, уже идут их много. Так, вот эти розовые, они более такие, более умнее, что ли? Еще без... Да. Да. Смотрите, эти прям хорошо, да, играют? Ай. Так, давайте сюда побежим. Все, стоим, смотрим. Так, там позастревали опять. Спасибо, что полекал меня. Так, сюда они дойти не могут, уже интересно. По бортикам тоненьким они совсем печально ходят. Эй! О, спасибо, отлично, я приземлился, только подлюка такая, я тебя запомнил. Спасибо за подсрачник мощный, мне нравится это. Че, опять все попадали? Да. Нет. Да вы чего, Абунги? Что-то они сидят тут за мной бегают. Бегают, да, все-таки есть еще, ребята, они все попадали. Так, отлично, прыгаем сюда. Видимо, тебе скажу.
Еще один упал, я увидел, он полетел вниз там. Тима, два застряли пока на острове. Ну все нормально. Они морозятся, они не хотят с нами воевать, потому что падают постоянно. Че, давайте еще будем ставить и проверять все-таки, какой я самый умный. Давай, хорошо, можно. Ребятушки, я понял. Ставим вот таких вот. Вот таких, да. Посмотрим, как они могут воевать. Если я так буду, сам будет падать. Ой, да, сразу падает вниз. Давайте на том острове будем ставить их. Круглоголовые. Сразу по 100 штук, ребята, лупашу. Максимально много. Все. Давайте проверим. Да ты дурак, что ли? Нет, я падать не буду. Ах ты хитрый, ах ты хитрый. Ах! Все, у тех, кто физганом, я буду... Так, где это? Отвали! Да хватит толкаться! Дима, я сейчас вижу, как 20 штук просто в одну точку пошли и упали. Но это они самоубийство сделали. Ого, как это там никто не убил. Групповое самоубийство. Они... Так, сюда. На карте маленькая, да, плоско, когда мы играли в лабиринте, они телепортировали. Здесь они телепортироваться не могут. Это очень странно. Очень. Мне казалось. Да, они не телепортировались? Нет, тебе казалось. Так, иду. Давайте проверим, упадет хоть кто-то один. Опа, упал. Йоп. Так, все-таки они убивают и при этом падают. Пацаны, ну прекращайте падать, вы чего? Давайте, нас мочить надо. А! Блин, пока стоял, смотрел, меня убил. Эй, зараза! Да, с ними встречаться неприятно. Отвали. Опа, в воздухе скорректировали свой полет. Отлично. Че упал? Ребята, веселая серия, когда они просто все падают вниз. Легкая серия. Легкая, да. Ну, попросили большую карту. Я думал, все-таки они, знаете, здесь будет по-умному так ходить. Но ничего, все равно прикольно. Опять попадали. Какие-то остаются какие-то... Да хорош скидывать меня! Я это уга-буга. Вот так за... О, не внизу здесь. Только я вот что-то... А, все, я умер. Очень странно, меня телепортировало просто. Так, это у нас гусанек. Ладно, гусанек меня не скидывал. Это Дардрагон тебя скидывал. Так, Дардрагон, стоять. Стоять, пошел отсюда. Вот. Упал? Не упал, я увидел. Так, стоять. Где этот телепиздрик? Что, опять они все попадали? Хорошо, ребята, ставим следующую партию, 100 штук. Ставлю черный. Мне кажется, черный вообще прям, да, мощный? Да. Это тебе отместочка за те розы, которые ты мне скидывал. Это вообще не я был, я первый раз только тебя начупал. Это я. Что ты мне столько насолил? Нормально, жить будешь. Дима, сзади. А! Пока, Дим. Еще ставим. И еще ставим. Какие-то дойдут, какие не дойдут. Так, быстрее бежим. А тут есть куда-то? А! Да хватит мне скидывать! Дардрагон! Как интересно. Стоять! На! Вот за то, что ты меня скидывал, я буду так делать. Так, ребята, в следующий раз, когда мы будем ставить карту, мы уже не будем ставить карту, где они могут упасть, потому что они просто, смотрите, падают и все. Очень странные челепиздрики. Так, Дардрагон опять бежит проиграть. Нельзя. На. Ах ты, стоять! Мочи его, на. Пацаны, я буду мстить, если вы это будете делать. Нельзя. Да что ж вы падаете, негодяи такие. Падают и падают. Я Диму буду бить. Ну карта прикольная, смотрите, интересная карта очень. Народ, предлагаю одно. Спасибо, Гусь. Знаете, предлагаю что? Предлагаю Абунгу помочь убивать Диму. Да. Не надо меня убивать, я вам буду ставить Абунг тогда. Ой, давай. Не верите? А давай. Хорошо, договорились. Ах ты говно собачье. Ах ты зараза. Ах ты зараза такая. Хорошо, очищаем карту. Так, где же у нас Дардрагон? Сейчас я ему буду ставить Абунг. На! Там себе поставил. Вы же обращайтесь, я ж очень умный. Ну. На. Сейчас тебя догонят, я убегу. Прыжок. В воздухе корректируем, прыжок мой. Так.
На. Отлично. Нельзя меня мочить. Это защита бунки. Это мои телохранители. Они за мной что-то, зараза, гоняются. Блин, а вот эти быстрые обычные бунги. Намного быстрее. Ёлка сзади. Так, никого нету. Дима. Ой, люди, видите или нет? Зараза. А что я тебе сделал? Зачем? Ну, я думал, что ты за них. Ай-яй. Я сказал, что буду ставить вам бунг, чтобы было веселее. А ты что там стоишь? На тебе. Блин, классно! Я при... Ух, я наставлю перед смертью их там. Лечу вниз. Ну, интересно, телепортирует меня или нет? Давайте проверим. А их падает все больше и больше. Так, ничего не происходит. Да, телепортирует. Мне Диму убить? Не надо. На. Так. Промахнулся. Ладно. Быстрее. Да что ж такое, руки из одного места растут. Да хорош. Ты что, дурак, что ли, на тебе за это? Будем вместе с тобой лететь с Абунга. Абунга, как нормально все, четко. А их тут уже внизу, это просто жесть. Бум. Много. Да, их очень много. Ну что, Дарк Драгон, где ты? Ой, блин. Блин, это веселье, мне нравится. Эй, окружает меня. Так, отлично. Вот это веселая серия. Туда побежим. Отлично. Отлично. Форум сделал мне классное настроение своей смертью. Дарк Драгон еще больше это сделает. Да, я тебе могу стрелять. Ай, это говно. Так, где у нас Дарк Драгон? Где? Так, иди. А вы что там стоите? А, все, 100 штук уже наставил. Хорошо. Следующая партия. Кончились, да. На. На. Куёк, а что ж ты хотел? Я Дарк Драгона ищу. Очень срочно нужен Дарк Драгон. Так, допрыгиваем. Не получится, пацан. Эй! Зараза, это быстрые бунги. Дардрагон! Так нечестно винтовкой! Ля крыса! Есть такое блюдо французское, ля крыса. На тебе за это, за то, что ты за мной бегаешь. А где же у нас ля крыса прячется? Так, никто за мной не побежит. Буду защищаться абунгами. Так я еще никогда не делал. Я хороший. На тебе, за то, что ты хороший. Я тебе не верю, на тебе тоже. Прикольно, 100 штук в запасе. Всегда есть чем защищаться. На тебе за это. Вот это было рядом. Верю. Форум говно продать. Ты меня убила, я говорил, я хороший. Когда сказал, я только сейчас узнал. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой, это сальтуха красивая. Все, Драгон, мир против Димаса. Да хорош, чего вы меня хотите убить? Серьезно. Смешно было. Смешно было. Хорошо, смешно, да, вам? Да. Я запомнил всех, кто меня убивает. Ой. О, прикольно, я помню эту карту. Это месть. Тихо. Это тебе за то, что за то, что ты с Драгоном хочешь меня убить. В смысле, а я не форум. Ну ничего страшного, да, передашь форуму привет. Привет. Тут надо Дима. Я не долечу. Ай, блин, промахнулся. Ой. Ну все, прилетел. Так, сейчас, пока я возрождусь, ставим новеньких. Валите, абунги. Опа, прыжок есть. А где Дарк Драгон, вы его видите? Нет, я не скажу, мы с ним. А, вы с ним. Да. Встречаетесь. На прицеле. Ой-ой-ой, вырубай свою. А, это не ты. Пардон, я думал... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дарк Драгон. О, зайди туда. Куда? В треугольник, в котором мы искали. Ой, квадрат. А где же они? А где Дима? А где ты? Ай! Блин! Вот умер. Я их ставлю, сам умираю на них. Ага, Дарк Драгона.
туда его. Так Драгон-то хорош, ну снайперка, это ж не честно. Ладно, давай повеселимся. Дима, я сейчас отомщу за тебя. Ладно, не снайперка, это пистолет. Ну все, они к тебе идут. Я вижу, там вниз, все. А нет, Драгон живой. Ой. Да вы шо, сговорились-а? Я думал, подписчики... А, у нас не 100 штук стояло, хорошо. 100-200 обунг. Я разозлился очень сильно. 200, не ссы. Дима! За что? За дверью, за дверью. Дарк, это я... А, промахнулся, стопэ! Я, у меня месть Дарк Драгону, на тебе. А мне за что? Да ну я ж видишь, как оно. Всех, кого вижу, того и мочу. Это куёк, это ладно. На. А, куёк, молодец. А, есть, Дарк Драгона убил, есть! Есть! Я ему отомстил за тебя. Летим, летим, летим вниз, нет, не промахиваемся. Ох их там. Отлично, обманули судьбу. Дурак, что ли? Вы свои мечи знаете, куда засуньте? В одно место. Называется опа. Опа, ух ты. Опа, опа. Где Дима? На. Снова меч! Ох, их внизу уже, это просто жесть. Я смог. Ей-ей-ей-ей-ей. Все, я разбился. Ну, мгновенная смерть. Аня, валим. Ты меня сбил. А где ж Драгон, а? Ауч, я тебя не выбью. А! Ты, отвалите! 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 Блин, прикольно получается! Ай! Как так? Драгон молодец, разнообразил ролик моими смертями. Слышь ты! Драбодогш! Это не драбодогш. Не сходишь с дробовиком буду. А где ты вообще, крыса? Я всех обунг не спускаю. Да? Да, а ты где? Я ищу тебя, не могу найти. Драгон, он там. Отметочка пришла. А? Это наш драка обунгами. У меня дробашами, вас обунгами. Только небольшой минус, они меня тоже хотят убить. Если меня еще не хотели убивать, на тебе. Так, бежи, бежу. А где он? Ну чё, где вы? Негодяи. Да. Так, берите дробовики, так интереснее будет. Да. Дробовиком убил. Ну, Дардрага, ну я тебе же ж ничего хорошего не сделал. Слышь ты, стрелять знаешь, по кому будешь? Осуждаю! А тебе! Да вы задрали! Да хорош! Ну, Драгон, ну скажи им! Ну, пожалуйста, не убивай, я тебе скину за это! Так, ребята, блин, ну это жестко! Вообще, Драгон реально читер! Ну, тебя же не только Драгон убивает! На! Убил Драгона? Нет. Убил, Дарк Драгон мертв. А, толкнуть меня хочешь? Это не я, что ты на меня смотришь? А кто хочет мне-то? Ты, на, ешь его. Ха-ха, блин, ответочка за то, что я его скинул. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Балдай, Пикачу, Форум, Думгай, Скигва, Ампер, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем присылаю привет. Написали мне в комментариях, чтобы мы сняли еще раз на карте здоровенный лабиринт, но в этот раз я скачал новых обунг. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, пацаны, убегайте, я тебя удалил, а новый скачал. Новых. Ну, конечно, один всего, но надеюсь, он жесткий. Кстати, только для админа. 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 Поехали, пацаны, вы готовы?
Да, я пацанам специально сказал, чтобы они бежали в лабиринт, потому что я буду скидывать сверху. Ребята, сегодня у нас будет 100 абунг. 100. Поэтому для начала мы штук 20 добавим, посмотрим, во что они способны. Кстати, уже люди начинают умирать. Обратите внимание, они двигаются по-другому. Они могут спокойно вылазить? Они читеры, что ли? Давайте проверим. Ну что, начинаем выживать в лабиринте. Пацаны, кто первый умрет, тот лох. Все, Скигва умер. Кстати, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Вот сегодня записывают 2 новых человека. Персонажа, хотел сказать. Поэтому либо может зайти и записать с нами очень веселый ролик. И что надо для этого сделать? Подписаться, поставить лайкосики, написать какой-то очень классный комментарий. Так, подождите, подождите, я запутался. Опа! За мной абунга, ребятушки. Ускоряемся. Нет! Блин, они какие-то жестче. Мне кажется, он быстрее, да, чем те? Как вы думаете? Или одинаково? Быстрее, быстрее. Надо быть очень осторожным. Мне как эта пустота убила. Но он невидимый может вставать, представьте, а Бунга-невидимка. Вообще жесть будет какая-то. Чуть. Так, потихонечку, все-таки я постараюсь дойти до башни в этот раз. Опа, вы видели, как это было эпично? Опачки. Опа, опа, еще чуть-чуть бы и упал. Надо быть очень внимательным. Надо, что не переживать, а просто спешить. О. Так. Я охранником побегу. Форум умер, отлично, ребята. Сейчас я дойду до башни. Из башни еще накидаю штук 30. Итого у нас уже где-то будет 50 абунг. Ой, я упал. Я упал, поэтому... Да-да-да. Я видел. Ребята, пожелайте мне удачи дойти до башни. А! Он сзади меня! А! Ого, где я появился. Ну что, дубль номер 2. Надеюсь, сейчас я точно дойду до башни. Так. И когда я дойду до башни, все-таки я накидаю много-много абунг. Опа! Ай-яй-яй-яй, дошел? Да. А ты профессионал, молодец. Я тоже дохожу. Спасибо. Они тут прыгают по всей башне. Как вы думаете, они могут допрыгнуть так высоко, как те абунги? Да, они тут прыгают по всей башне, за башкой стукаются. Это хорошо. А! Нет, нет, нет. Ай, окружили, окружили. Блин, они жесткие. Все, я выработал тактику. Тактика называется «Беги быстрее, чем абунга». Так. Или просто все. Просто все, это когда ты уже просто все. Все сходится. Ой, опять упал. На самом деле я специально упал, чтобы было интереснее. Я тоже. Ой, ты, блин, идем, быстрее, они там сзади бегут. Ай, заразы. Ну ладно, ладно. Блин, я так дернулся, у меня аж подмышки вспотели. Так быстро? Да, надеюсь, ребята, вы сейчас смотрите наш ролик и улыбаетесь так же самое, как и мы. Опа. Так, сейчас я выработаю тактику. Эти абунки управляются реальными людьми. Да? Попробуй. Может быть. А может быть и нет. А может нас взломали. А как вы думаете, у них жизни есть? Давайте сейчас проверим, есть у них жизни или нет. Это что, другие абунги? Так, проверяем. Нет. Их нельзя убить. А, зараза. Ай. Админским пистолетом. Конечно. Хотел убить. Опа, я уже выхватил еще одну тактику, как быстро добегать. Сначала по правой стороне, потом ближе к центру. Так, абунга стоит возле башни, не дает мне зайти. Смотрите, там стоит он какой-то челик. А, не, мне показалось. Так, так, так. Абунга, пошел отсюда. Зараза! Они окружают меня, ребята. Они меня окружают. Нет, они меня не окружают. Так, абунга, отвали. Отвалите. Прощайте, блин. Так, хорошо, так делаем следующий эксперимент. Мы берем пригвождатель, проверяем, можно ли их пригвоздить. Навряд. Они не пригвождаются, они не пригвождаются. Ого, он телепортировался. Пацаны, бегите, бегите, глупцы. Нет, пацаны, зря только тратите патроны, ничего не получится. Ну что, я иду к своей цели. Так. А я наоборот не убегаю, потому что мне курица. А я на башне был, упал, и меня убили. Так все было и продумано. Ну все, я спрыгнул вниз, для того, чтобы быстрее добежать до башни. На самом деле, это меня не спасет. Но я надеюсь. Блин, так это я еще не поставил 100 штук. А это сколько? Ну это за штук 20 я поставил. Представьте, когда 100 поставлю. Ставить еще, пацаны, или нет? Подожди еще. Я тоже боюсь. Не надо. Давайте сначала все-таки мы дойдем до башни. Надеюсь на это. Так. Дом на башне поставить. Прыжок. Есть. О, он там. Прыжок.
Ампер. Так еще тебя никто не называл. Так. Теперь сюда идем. Блин, они все возле башни трутся, они как будто знают, что мы хотим туда прийти и специально там стоят. Это же жалко. Ампер вообще заныкался. Ампер. Надо, знаете, что сделать? Надо, короче, спрыгнуть с башни на бортик, по бортику повыживать. Сейчас мы это и сделаем. Блин, ну что ж я от переживания падаю. Так, есть шанс сюда выжить. Там стреляют. Пацаны, это не спасет. Они не приглаждаются, не убиваются и ничего их не берет. Один сверху, один снизу. Два веселых амбунги, а? Два веселых таракана. Похоже на таракана, что-то есть в этом. Ну что, пацаны, попытка номер сотая. Надеюсь, сейчас точно у меня получится. Так, давайте берем сразу справа. Десятая. Вот смотрите, здесь вот прям вот длинные-длинные полосы. Ускоряемся. Прыжок, прыжок. Блин, Соник какой-то уже. Так. Они хотят меня убить. Отлично. 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 Ай. Блин, зараза, окружили. Помогите. Господи, да как от них выжить? Это страдания целые. О, давайте возьмем меч Звездные войны. Все-таки попытаемся допрыгать. Так. Воу. Это было эпично. Во, ребятушки, я нашел метод, как классно повыживать. Звездный меч берете, он может высоко прыгать, персонаж ваш. Отлично. Отлично, отлично. Все, я в башне практически. Практически, тебя сейчас там убьют. Ай, блин, я сам себе базука вз... Идиот. Видел такого придурка? Это я. Ну ничего, я специально стрельнул себе в ноги, чтобы умереть. Еще разок прыгаем. О, я знаю, что мы сейчас делаем. Мы сейчас сюда сразу запрыгнем. Ребята, ну что, видите, всегда есть шанс выжить. Блин, прикольно, они реально отпрыгивают. Да? Да, я только что... Меня прыгнули, а я атаковал и... Интересно, до вышки можно вам допрыгивать с самого низа? Вот, давайте попробуем отсюда до вышки допрыгнуть. Во! Блин, ну ничего, теперь у меня есть шанс сюда быстро добегать до вышки. Отлично, отлично. Смотрите, главное, что не бояться, а немножечко очковать. Все у вас получится. Ну конечно. Все, пацаны, я сейчас до вышки бегу. Бегу, бегу. Ого, они прыгают! Прям рыбкой. Так, 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 ну что? Я, ребята, добираюсь все-таки до вышки, я это сделал. Сейчас подождем, пока они поспрыгивают оттуда. Ого, они прыгают! Тихо, тихо, тихо. Блин, они прям подо мной. Она, наверное, не достанет, да, сюда? Лучше бежать. Ох, их там сколько, вы заразы такие. А! Нет, 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 нет. Я выживу, я выживу. Есть, я на вышке, я на вышке. Наконец-то, да, Дима. Ну что, пацаны, я ставлю еще. Я же обещал, что иду до вышки. Ставим еще. Конечно. Пока их никого нет. Ставим, ставим, ставим. А, уже подо мной, уже подо мной. Да ну вас нафиг. А! Я только что собирался провести уборочку. О! Ой-ой-ой, что это было? Он, наверное, хотел меня убить. Чё да, дрожит камера? Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, отлично. Ну все, ребята, видите, хорошая тактика. Запрыгнул на крысу на бордик и стоишься. Ой-ой-ой, их там как жуков. Я почти дошел. Ой, хотел подстрочник вас кинуть. Ой-ой-ой-ой, повезло, что не. Ну, а Бунга за меня всю работу сделали. Ой, хорошо, что он спрыгнул, он думал за мной бежать. Давайте еще ставить, мы же хотим, чтобы было много их. Да, хотим, если все не хотим. Ой, что-то подлагивать, тебя Бунги не лагали. 100 штук! Так, ну что, я на вышку иду. Ох, их много! Ай-яй-яй-яй-яй! Это просто нереальное количество, ребята. Так, берем меч. Джедая. Наконец-то. Прыгаем. Я на вышке! Ай, быстрее, 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 быстрее! Опа, они идут, они идут. Так, надо их как-то обмануть. А как обмануть Абунгу можно?
Я их на себя отвлек, Димас. Отлично. Вот так вот Абунга обманут. Ой-ой-ой. Лава еще красиво вписался. Да это нереально. Как выжить теперь? Но мне кажется, эти Абунги пожестче будут, чем те. А те запрыгнули, смотри куда. Да-да, кстати, они звуки издают, когда бегут. Ой. Зрители, как бы говоря. Ага. Ой, красавчик, дядя Дима. Вообще красавелла допрыгнул. Ну что, вот тут мы постоим, повыживаем, никого нету из них. Так, идут. Так, давайте посмотрим. Когда уже будут тут рядом, я буду убегать, да. Именно так будет выглядеть новая часть Звездных войн. Ну да. Это было бы прикольно. Ого, ты прыгаешь, псих. Псих. Так, ребятушки, никого не наблюдаю, никого. Я прыгаю. Но они есть. Чё, стоим, ждем. Делаем ставки, кого первого убьют? Ампера. Нет. Я живой. А! Меня! Он только сказал, твою убили. Так, надо на месте не стоять. Когда стоишь на месте, они очень жестко мочат. Идем. Кигва, идем, очень странный ник, конечно, чувак. Кстати, это новенький. Беги, не бойся, беги. Блин, я хотел, чтобы ты на него напоролся. Было бы круто. А че он стоит здесь? Ой-ой-ой, в воздухе убил. А давайте я попробую перепрыгнуть. Они вообще жесткие. Не убил меня. А че он стоит здесь? Налетает, как горячий пирожок. Еще разок. Есть прыжок через костер, а есть прыжок через Абунгу. Не убил меня в этот раз. Ну, хотел. Ха-ха, да чувака убили. Иди. Уга-буга, иди. Красиво улетел, мне нравится. Ой-ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть бы и достал. А ну давай, прыгай, потом я прыгну. Не бойся. Не-не-не-не-не. Ух ты! Пока они приземлились, я буду лететь. Ух ты! Аж подвисает немножко горизонт, так как они нагружают систему, а? Ух ты! Псих, что ли? А что случилось? Он, блин, взял, перепрыгнул как-то и меня убил в воздухе. Блин, читер. О, если попробую отсюда, да, запрыгнуть. Так, ну что, прыгаем на самую высокую точку по возможности и выживаем здесь. Потому что в лабиринте прям очень жестко. Идем, не бойся. Как вам прыгнуть? Тихо. Вот он стоит, а меня не убьет. Он же слабак, смотрите, что он может. Пойдем. А ты где, Дима? А я здесь стою, возле воды. А да! Я здесь шел. Какой-то слабый Абунга вообще. Че ты мне не сделаешь? Ничем мне сделать не можешь. Не надо. А, толкнуть меня хочешь? Это не я, что ты на меня смотришь? А кто хочет меня? То ты на! Ешь его! Блин! Отвесточка за то, что я его скинул! Короче, видишь, отомстили Абунги мне за тебя. Ты, наверное, их не кентафурик, да? Кентафурик их не. Дима, это карма. Я уже это понял. Ну что, я иду вглубь лабиринта, потому что я их не боюсь. Ух, они телепортируются. Да, не боишься. Я их не боюсь, смотри, что мне может сделать? Вонючий щенок, где ты? Иди сюда, Абунгокс. Потому что ты джедай. А я без меча выживаю, все, теперь по-честному. Чисто бегу в лабиринте. Ау, ладно, забирай свои слова назад, они сильные. А я говорил. Они очень сильные. Я только вижу, как они пацанов валят. Так, я иду, знаете, сейчас куда? Я иду в темный лабиринт. Включаем фонарик, давайте попробуем там пройти. Мне кажется, тут никого нету. Я думаю, по закону Архимеда ты пойдешь на башню. Нет. Я иду в темном лабиринте, ребятушки. Все четко. Сейчас я тут пройду точно. Их тут нету. Кстати, да, в темном лабиринте ни одного Абунги нету. Они к тебе пошли уже, Дима. Да, они уже в темном лабиринте? Да, некоторые. Это не у входа стоят, там 4 штуки. А, не боятся темноты, видите? Очкошники. Это их слабость, Дима, ты наш. Я ж не знал, что они слабые. В следующий раз надо в них это темнотой стрелять. А такое возможно? Не знаю. Нет. О, я слышу, они уже за мной идут. Или это наверху? Пошли за мной? Да, они.
Ну чё-то никого нету, вообще их не их боюсь. Очень много около тебя, Дим. А я ж внизу, под землей, их никого нету. Они тебя ждут, когда ты выйдешь... Я не выйду, я теперь тут буду жить, я поселюсь здесь навсегда. Можешь к тебе в гости? Всё, я в тупике. А не, никого нету, никто за мной не шел. Я думал, кто-то за мной шел. А! Ладно, ладно, шел. А мы говорили... Ах, их тут сколько! Помогите. А, помогите, помогите. Прыжок через труп. Ой, я буду в воде выживать. Не касался, но бум какой-то новый. Они когда прыгают, звук, да, издают такой бум? Да. Дим повыживал в воде? Ну да, недолго мне, конечно, хватило. Так, прыжок. И с шифтом быстренько плывем. Быстрее, быстрее, быстрее. Да хорош убивать меня, зараза такой. Они реально быстрее прошли хабунг. Мне кажется, что это какой-то SCP. Если этот ролик, ребята, наберет 3000 лайков, мы будем выживать в этом лабиринте от SCP. Как вы думаете, круто будет? От скромников? А разных наставим, разных. Давай. Отлично. Да. Успели убежать каким-то образом. Дима, а какой твой любимый SCP? Статуя. Свободы. А пусть подписчики напишут, какой их. Я хотел только сказать, ребята, а вы сейчас напишите, какой ваш любимый SCP, и каких будет больше всего написано, тех мы будем ставить в ролике. Это будет очень прикольно. Так, делаем тест на то, как они выдержат ядерный взрыв. Подожди, меня за собой. Ой-ой-ой. Чё же я так кинул криво? Ой, красивый взрыв, а красивый. Я выжил, а ещё выжил. Один, одна бомба полетела. Бум. Нет, они все таки видите, не убиваются. Как и те, живучие. И быстрые. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Thank you.